Всем привет, друзья! Я, наверное, вся красная. Я загорал, в общем, в огороде постелил, как его, половик, ну, как объяснить, в общем, постелил, в общем, себе, там, как объяснить, старый палас, он не грязный. Сверх него покрывало, подушку, вот, и загорал. Наверное, лицо у меня красное. Вот, потом водой поливалась, холодной практически, вот. Еще мокрые волосы. Вот. Ну что там у нас, как дела? Сейчас покажу. Поможешь мне немножко, сынок? Если, ну я понимаю, ты устал, я ничего не спорю. Я понимаю. На, отнеси тут туалет бумагу. А это сосиски с сыром, очень вкусные, обалденные сосиски. Вот, картошку разжарил, опять так же, сосиски с сыром, яйцо, ну, мне понравилось, в общем. Целую сковороду опять разжарил. Вкусный запах такой идет прям. Я чувствую, 150 рублей вот это мороженое. Да, что? А, ну 50, да, как клубника. Сегодня буду делать салат, огурцы подешевле, помидоры, 4 помидора, огурцы, салат делать, это кабачки, ну, немножко такие, как объяснить, капельку, ну, подешевле, в общем, кабачки, может быть, пожарю или что-то такое, кабачки, морковка, у меня есть морковка, лучок. Сейчас мы сделаем мороженое. Так, конфеты освободим. Сейчас. Так. Режина корм не жралась, дорогие. А что здесь нет хоть бройки, Мир? Не, мороженое хорошее, но... Хорошее, не спорю. Зато мороженое хорошее, правда. А в упаковке не очень удобно. А, нет, там подложка. Самое вкусное. Мам! Неси какую-нибудь чашку или что-нибудь такое, мам. Куда тебе положить, мам? Что-нибудь такое, мам. Подождишь так. Мам, подожди клубнику, мам. Если ты будешь, сама пожелаю. То, что там как хочешь. Я тогда где? Почему? Давай сверху мороженого. Почему ты не хочешь-то? Шоколадный, не хочу клубнику сверху. Дай ложечку. Да сейчас все это. Я ничего плохого не делаю. Клубнику это, сюда, мама, в бокал? Что-то какой-то маленький дал. А что такой маленький бокал-то, ма? С
свиньи тоже люди. Как бы свинья это животное, вот, да. Ну ладно, никакие мы не свиньи, что ты за ночь? Да чё ты это? Берем. Ма, а чё ты не ешь мороженое, ты растает. Здесь я сейчас всё вытру стол. Я потом буду салат делать в этой чашке. Угу. Помой ее и буду делать мне салат. Окей, мне только сильно не перенакладывай. Там мне одну клубничку и чуть-чуть сиропа. Какой-нибудь. Этого мне хватит. И все, я говорю, мне много не надо. Все, хватит, хватит. Ну давай еще одну. Нет, нет. Я не люблю, я тоже люблю шоколад. Все, хватит. Хватит, успокойся. Я в самом деле не жадный. Да не, просто. Да я просто. Первый раз в ходу пробую. Все. Давай. На, или что? Или как? Или что, почем? Ты сейчас попадай. Вот, вот у нас объедение. Сейчас попадает все. Я снимаю. Кого? Вот. Давай я присяду. Я потом все сейчас со стола притру, не переживай. Все порядок. Я не переживаю ничего, не мой стол. Я уже успел, кстати, пока ты в магазин дошел, я уже успел сковород помыть, чашки. И как следует по загорам. До этого, до магазина я не иду. Так, ну ты долго, я тоже хочу. Первый раз клубнику пробую в этом году. Ну ты долго, я тоже хочу. Сейчас тебя сниму. Не, я так поем. Я лохматый, не надо. Смотри. Ладно, я тебя сегодня постригу прямо на улице. Ладно, хорошо. Вот, ты накупайся, там вода на солнышке греется. Хорошо. Ну все, всем пока.